Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в City Skylines. Так, и... И надо бы вот эти заброшки посносить. Ага, все, заброшки снесли. Чё тут у тебя? Нет, я не хочу. Все, стоп. Скопился мусор. Так, по мусору, кстати, вопрос тут как решается. По мусору вопрос, ну так себе, слабо решается. Заполненность 99%. А я же где-то ставил мусорный завод. Вот это угольная электростанция. Стоп, вот он, да, утилизационный завод. А, так он еще и электричество вырабатывает. А сколько он стоит? 30 тысяч и 1400 его обслуживания. Хера себе, блин. Блин, охренеть. С мусором прям какая-то беда. Но я не хочу тут свалки делать. А надо где-то тут свалку им делать. Так, ну мы им сейчас, знаете, где свалку сделаем? Мы у них сейчас отсюда возьмем такое ответвление. Грубо говоря, да. И сделаем им тут свалку. Ну а напротив поставим... завод. Тут чуваки недовольны. Ага, водичка нужна, да? Держите водичку. Так, все, водичка пошла. Так, у меня ж там еще кредит был, который я брал, да? Выплатили кредит, все замечательно. 52 недели. Так, 260. Процентная ставка 5. Процентная ставка 10. Процентная ставка 15. Банк Пирамид Капитал. Так, ну и все, у меня огромная потребность теперь в промышленности. Блин, ну давайте вот тут организуем промзону. Хотя у нас нету ни коммуникаций, ничего. С другой стороны, что их тут проложить, да? Или вот здесь. Тут вон железная дорога есть. Слушайте, а давайте... Ой, это что такое? Магазинчики. Денег не хватает. Так, ладно. Автобусное депо, автобусные маршрутки. Так, а кстати, стоп. На поезда тоже, блин, дорогое это удовольствие тут строить. Всякие зоны эти.
Ладно, фиг с ним. Давайте мы... Тут сейчас вот такой вот квадрат. Под промышленность. Вынесем. Сейчас мы это сделаем. Так, водичку тогда сюда надо завести, да? А я водичку вообще соединил вот где-то? Как я ее... Блин. Я ее не соединил, нифига. Так, все. Водичка пошла. А, так. Ну и все, рисуем теперь это зоной промышленности. А, ну им же еще надо дорогу. Ну что, шестиполосную, только можно без вообще без ничего. Вот тут такой въезд будет. Ну, будет пробарь там стоять, ну что поделать. Делаем промышленникам зону свою фирменную. Блин, так, по-моему, нифига не быстрее. Так, все, промышленники пошли заселяться. Промышленность пошла работать. Так. Тут все с мусором проблема. А как тут у нас с мусором? 4% заполненность, видите, потому что он сжигает этот мусор. 80% заполненность. 99%. Заполненность. Надо ставить еще завод. На него бабла нет, потому что он 30 косарей стоит. Охренеть тут цены, конечно. Так, давайте ускорим процесс заселения. Ой, стоп, я промышленникам не дал электричество. Так, сейчас дам. А что же вы молчите? Так лучше. Все, с электричеством вопрос решен. Так, у нас ветер, в принципе, дует туда. Ну, раз ветер дует туда, значит и течение туда. Так, все, промышленники заселяются нормально. Промышленники строят свои предприятия. Великолепно. У нас уже 10 тысяч жителей. Потихоньку заселяется. Тут больничка стоит. Роботы, андроид, геноид. Теперь можно купить себе друга, партнера. Ох, сейчас у нас стрельнет по баблу городок. Так, меня интересует вот это место. Что тут про барь? Да особо пробки нет.
Блин, с другой стороны, какая может быть пробка, если у нас население 10 тысяч человек? Какая пробка? Что такое 10 тысяч? Я живу в городе, блин, в Тагане, в котором 300 тысяч или чуть меньше. Но все равно порядок цифры другой, и никаких пробок здесь не бывает. Заброшено. Снесли. Раз оно заброшено. Опа, пожар! Блин, ну давайте я вам свое пожарное депо поставлю. С блэкджеком и слухами. Так, а как это у вас тут электричество? А, видимо, у меня уже напряжения не хватает, да? То есть надо ставить еще. Три штуки поставим, а ну-ка. Вот теперь. Но не хватает теперь этого. Слива. Значит, надо поставить еще один слив. Да. Сейчас поставим. Сейчас даже мы его соединим. А ну, пошел. Пошел. Все, теперь норма. Норма. Слышите, ну по мусору, ну вы что, в конец охренели, что ли? Так, 4300, 4400. Не, ну прибыль идет, прибыль нормально. Раскачивают пожарники, вы тут справляетесь? Блин, на заводах надо датчики дыма ставить, то как-то грустновато. А что здесь? Низкая ценность земли. Сквер, маленькая игровая площадка. То есть мы можем построить японский сад. Ну, давайте тут понастроим им скверов. Все, все довольны. А сколько у него... А, 8 центов в неделю. А в японском саду 40. Жемчужина района. Ну, давайте, японский сад. Фигят. Тут этот. Фигет этот. Тут вот так. Тут вот так, допустим, да? Так, отлично. Что столько мусора собирается всего за 2 недели. Парк. Так, ну, по прибыли у нас нормально. 7600. Население растет, потребности в зонах нету. Так, я думаю, можно вот этот райончик обеспечить старшей школой. Thank you.
А сколько у нее? 560 в неделю? Ну, это ерунда. Так. У нас основная проблема вот это с этим. Со свалкой мусора. А, кстати, а что мне мешает прямо вот у них вот тут вот организовать эту свалку? И организовать им тут же завод очистительный, утилизационный. О, областной центр. Вода очистная и крематорий. Так, отлично, крематорий можно построить. Он у нас идет, видимо, в здравоохранении. Так, 720 в неделю. Давайте вот тут построим крематорий. Все, замечательно. Промышленники довольны. Тут засрали, конечно. Все ужас как. Просто жесть, как все засрали. Ну что поделать. Так. Давайте ускорять процесс, потому что жители все едут и едут. 23% заполнено. Соединить, что ли, вот так дорожкой райончики. Пусть тут тоже мусорок собирают. А, ну и в крематории они могут возить. Тело нужно перевести. Так, у нас же есть крематорий. Где он где-то там был? Короче, разберутся сами. Объект очищается. Так. Давай тоже. Объект очищается. Блин, я вот не понимаю, как бы сделать так, чтобы они на мусоровоз сразу завозили. Или свалка, в принципе, не обязательно, да? Количество мусора. Да. Эти заводы, они сами по себе имеют вместилище. То есть мы свалки можем, в принципе, посносить. И нам от этого будет только хорошо. Шесть из семи. О, нормально. Без образования, с образованием только две. А как у нас школа? Ага, 1000 из 1000. Учащихся. А где у меня начальная школа? Так, тут потушили, все ништяк. Короче, учащиеся пока учатся, нормально. 7200, 7300, в принципе, нормальдис. Опять промышленную зону требуют. Так, работники с нужной квалификацией. Нужно построить университет. 1900 в неделю он стоит, да? Ну, давайте тут возле старшей школы будет у нас образовательный такой центр. Что-то он как-то коряво ставится. Во, универ!
6300. Блин, дорогое это удовольствие. Зато в нем... Здание сгорело дотла. Во, пошли в универ учиться, нормальдыс. Блин, я вот думаю, вот эти вот свалки надо поочищать нафиг и посносить. Потому как они... От них толку никакого нету. Не, а в целом вот по мусору этому вроде везде зеленая ситуация. Вот тут только что. А сколько, как у меня трудится вот этот завод? О, численность населения 17 тысяч уже. Мусоровозов используется по нулям. Я не пойму, почему тут так все плохо. Ладно, давайте вынесем здесь и поставим вам тут мусорный завод. Вот тут вот с краю. Только ему ж нужны коммуникации. Ну, на те коммуникации. Воду ж я сдал. Ага, электричество. Так, надо ускорять процесс. Почему у нас упадок производства? Непонятно, что тут. Недостаточно покупателей? Да ладно там тебе. Блин, мусорные эти не хватает у меня. Тут просто по мусору. Блин, а чё можно еще? Может, какую-то тогда соцполитику принять? Запрет домашних животных. Доходов от налогов. Увеличение использования. Поддержка крупного бизнеса. Блин, почему здесь используется только один мусоровоз? А здесь вообще ноль? Что-то с этими мусорами у меня вообще беда какая-то. Вот все нормально, а с мусором проблема. Ладно, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.